Ребят, всем привет! Вы на канале Wesson Hobby. Так, и сейчас у нас на обзоре вот такой Мерс от бренда Мастер. СК450. Он в таком вот кузове. Модель выполнена прям в хорошей такой детализации. Особенно этот значок прям обалдеть смотрится, конечно. Но он великоват. Он в масштабе должен быть поменьше, конечно. Но вживую смотришь, как бы он выглядит нормально. А на видео он кажется прям огромный. Потрясающая детализация салона. Ну, не сказать, что потрясающая, да, но неплохая. Хорошая, я бы сказал. Очередной Мерс в коллекцию. Блин. У меня уже Мерседесов столько. Надо будет потом заняться все-таки сортировкой и прямо на отдельную полку по годам выпуска составить модели Мерседесов. Я думаю, будет интересно посмотреть на это и записать отдельный ролик, когда они будут все стоять по ячейкам, по возрастанию, по годам. Обалдеть. Так, надо аккуратно, потому что можно значок здесь сковырнуть. Вот, молодцы. Один болтик всего. Так. Так, так, так. Днище у нее так себе, а все остальное в целом прям очень хорошая детализация. Колеса вращаются вообще без проблем. Вот у этого нового телефона какой-то фокус странный. Он посередине вроде хорошо снимает, а по бокам может размытая быть. Так, зеркальные элементы присутствуют на зеркалах. Блин, прикольная модель. Надо еще майбахи купить. Все планирую, планирую. Чувствую, не куплю, раскупят. Они и так, в принципе, расходятся, как эти пирожки. Вот такой автомобильчик. Ну-ка, рядышком поставим вот эту модельку. Да, красота, конечно. Интересное такое разбавление Мерседесов красным мерином. Вот таким интересным кабриолетом. Интересная модель, конечно. Вот так вот. Ладно, ребят, всем удачи, удачных коллекций. Подписывайтесь на канал. Всем удачи.